День добрый, уважаемые господа. Позиция универсальный пятновыводитель Magic Ultra. Давайте я продемонстрирую, как он работает. Как бы на ролике, который указан ниже, там все показано, но для чистоты эксперимента я сам проделаю то же самое. Все, убираем защитный слой. Берем обычную футболку. И давайте попробуем вместе ее замарать. Возьмем ручку. Маркер. Давайте йод. Зеленку. И машинное масло. Ну, собственно, такое вот пятно получилось. Смочим все это водой. Неприятно потекло все. Ну, давайте пробовать. Ну, думаю, вам видно, что йод действительно растворился сразу же. Постепенно уходит зеленка. Растворяется. И маркер с ручкой, я вижу, что тоже уже уходит. Ну, давайте еще добавим маленькой воды. И потрем. Ну вот, в принципе, видите результат. Ни с той, ни с другой стороны пятен не осталось. Ну вот так он и работает. Все, всем удачных продаж.